И всем привет, дорогие друзья, вы на канале Pel Channel, и сейчас у меня играет Байо, поздоровайся. А если нормально? Сок пил, привет всем. Носок пил, ладно, посрать. Пей дальше свой носок. Сейчас мы играем один на один. Сейчас мы играем один на один на смену ника. Кто проиграет, тот меняет ник. Одна история прикольная. Причем... Скажи под конец. А, идиот! Ты такой лакер, я тебе отвечаю, я тебе реально говорю. Давай перезапустим. Потому что нет! Я сейчас объяснял все подписчикам, и надо перезапустить, чтобы все было по-честному. Так что я перезапускаю. Чтобы все было по-честному. Потому что я по всей карте бухопил, пока объяснял. Идиот, как ты туда забрался? Как ты туда забрался, алё? Алё? Пусть не раскрывать секретов. Ты дурак, я потом посмотрю, когда за КТ буду играть. Но это не точно или один. Я помню, когда-то давно туда забрался, но не помню как. Когда еще у меня был аккаунт, который с ваком сейчас. Не знаю, за что его дали. Дуралемба, я тебя не могу с калаша убить, ты мне с этого не можешь убить. Ау! Ау, блин! Пошел ты нахер! Я хотел дверь закрыть. Я такой хотел сначала запоинтить, потом думаю, дверь открыта, надо закрыть и запоинтить. И там ты идиот. Ты 4 раза мне до этого проигрывал, и сейчас мы не записываем снова. Мне посрать, мне посрать, иди нахрен. И если что, пруфы могу только показать, я снимаю пару моментов с счетами. Я тебя видел, если что, я знал то, что ты там... Я знаю, я видел, как ты меня солил и стрельнул. Я знаю, я видел, как ты меня стрелял и стрельнул. И стрельнул, самое главное. Нахер. И нахер. Дима стрелял. Ты добил, я думал, тебя там не будет. Я крышу завязал и видел, как там прыгаешь по них, хопишь даун. Ты охренел, да? Когда увидел. Ну ты, блин, придурок, я тебе реально отвечаю. Пейте, ребят, он же с ней 5-й раз проиграет и опять перезапишет. На! Шо ты нахер, а? На говно! Я пошел нахрен, на пейнтис побежал. Придурок. Отвали! Блин! Где мой калаш? Идиот! Ты че реально думал то, что я не буду смотреть дом, если ты на него постоянно залазишь и меня убиваешь там? Ну, то, что я не запалю тебя в тварюгу тупую. Такой тут дебил, Дима наивный. Придурок. Вот ты её, ты самик, что ли? Придурок, может, ты нахрен пойдёшь? Дима слива ВП. Оно скатиться должно было, кстати, где оно? О, блин! Я не успел! Дима, тебе повезло то, что я ВП не успел подобрать. Я тебе реально отвечаю. Тебе бы сейчас хана было. Не надо, это у меня 4 раза проиграл. Сейчас он играет с Рейджботом. На-на-на-на.
Такой наивный Дима. А он ты идиот! Все, я не кричу, Так и не ругай. Не кричу, а сам орёшь. Дима, ты... А как? Я тебе говорю. Я полголоса говорю. Все, полголоса. Дима, какого хрена? Я сейчас буду тащить как нуба. Я тебе реально отвечаю. Вот только попадись мне на глаза, я тебя убью. Только Дима попробуй мне на глаза сейчас попасться. Я тебя придурка убью, поганого. Поганого идиота. А, я понял, я понял. По говну твоему. Охренел, да? Носков, носков! Да пошёл ты нахер! Если ты че думал, я тебя не увидел, что ли, придурка? Дима. Ты реально думал, что я тебя не увидел? Я тебя увидел, тебе просто везет. В смысле везет, я носков, он нормально так умеет, что убивать вблизи-то. Так что я даже не прицеливался, но... Ну, первый раз меня убил, и что-то еще говорит, да. Ты идиот, я тащу как бы 5-3. Надо, это он 4 раза проиграл. Чисто лаки, сколько хп? 0! В смысле, ноль? Нормально можем. Один. Один? Да. Что ты докажешь? Пропу 52. Да, придурок, как? Из-за камня вылазь, идиот. Боже, ты придурок, за камнем сидишь. В смысле? А мысно. Во. Говно. За то, что я убил. Все, пошел нахрен. Я тебя сейчас тащить буду. Че ты еще угораешь, я тебя убил, у тебя вот и нету сейчас. Вообще ноль, как твое лицо. Тащим мозг. Да. Да. В смысле, ты на премию выходишь? Ты охренел? Тем тебя что-то там будешь. В смысле? О, помад, голубая жопа. В смысле, ясен пень, что я там буду, ты идешь, что ли? Так. Если я постоянно на мид хожу, сейчас решил туда сходить, и ты такой выходишь, на премию меня убиваешь. Дима, найс, не палишься, У тебя это, знаешь, такая штука, когда ты не боишься, у тебя пикает вот так потихоньку. Чем ближе, тем сильнее пикает. Ты мне так постоянно находишь, 100%, я отвечаю. Боже, ты идиот, я тебе реально отвечаю. Меня сейчас вообще нельзя было предугадать, где. Ты открыл дверь и пошел ко мне. Я пошел к тебе, я не знал, что ты там, я просто вышел, ты там был. А если меня я там не было? Я мог стоять где-нибудь в другом месте. Там? Я даже не знаю, я даже не хотел эту позицию чекать, я просто там пошел, начал дом обходить и чекать его. И ты там оказался хороший, это чудо. Ой, Дима, опять меня чекает, что-то смолк кидает. Ты здесь прошел, ты вот тут прошел. А, меня там, если что, обиды не было, тем более я шел на шифте. Демки посмотри. Если что, оно тут не скачивается. Было видно. Я затащил опять за камбэчил, сейчас он опять выключит видео и скажет, давай перезапишем.
нахер! С моей жрёмкой, блин, ходит идиот. А, да, 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 идиот, тебе сейчас канал будет. Охренеть. Маш реванш, давай, предлагаю маш реванш. Нет! Предлагаю. Нет, все, я больше не буду переписывать. Давай, пятый матч. Раз я уже победил. Давай, нет, матч. Меняешь ник, я аватарка, и тебе пятый раз уже победил. Нет, только в ник мы договаривались. Давай, все, я меняю ник. А мы договорились, что ты один раз победим, и все. Давай, заходи за теров, и скидывай мне ник. Знаешь, какой ник? Я же придумал, подожди. Какой? Давай не убиваем друг друга, придумай какой-нибудь ник. Дискорде кину. Не убиваем друг друга, ты идиот тупой. Ладно, давай. Посмотри, меня ник себе на такой. Окей. Ребят, сейчас вы увидите этот прекрасный ник. Потом на аватарку играть будем. На аватарку я вот сейчас, я на все 100% буду играть. Все. Я знаю, как так хочу. Лошадиная задница. Лошадиная задница. Там больше нельзя. Лошадиный зад тогда. Лошадиный зад? И зад, да. Да ты вредовала. Все, вот мой новый ник. Лошадиный зад, давай нормально, лошадиный. Лошадиный зад. Нормально пиши. Лошадный. Лошадный, давай нормально. Все, ребят, на этом мы заканчиваем видео. Всем удачи и всем пока.